Всемирный день журналистов народный депутат Украины Сергей Кивалов отметил лучших в нашем городе сотрудников средств массовой информации. Я хочу пожелать, чтобы вы всегда были востребованы, чтобы в ваших семьях, в ваших домах было тепло, был достаток, был уют, и пусть у вас в жизни все будет хорошо. Спасибо вам за все, что вы делаете. Кроме того, наградили сотрудников ведомств, постоянно взаимодействующих со средствами массовой информации. Все-таки труд журналиста я могу сравнить с оперативной работой практически правоохранителей, потому что, в принципе, мы всегда онлайн, всегда на связи, как мы, так и вы. Поэтому работа важная, нужная. Мы, как силовая структура, мы взаимодействуем со средствами массовой информации, с журналистами ежедневно, потому что благодаря вам мы доносим до людей ту информацию, необходимую информацию, которая необходима людям. Это безопасность людей, ну, наша служба. Поэтому, чем чаще мы будем встречаться с вами, тем эта работа будет плодотворнее. Мы не журналисты, но мы делаем, наверное, шаги к этому, так как мы уже активно, наша пресс-служба работает на протяжении уже 3 лет. Мы активно сотрудничаем со всеми средствами массовой информации. Поэтому для нас вот стало сюрпризом, что нас пригласили. Мы бы, конечно, хотели поблагодарить и поздравить журналистов с их профессиональным праздником. Подобные встречи в неформальной атмосфере помогают журналистам больше коммуницировать друг с другом, обмениваться опытом и интересными идеями. Очень важно, когда появляются такие неформальные поводы, собраться все вместе, посмотреть друг другу в глаза, иногда поговорить, обсудить какие-то информационные поводы, которые, возможно, освещались по-другому в разных средствах массовой информации. Безусловно, данное мероприятие необходимо, и, по-моему, никто, кроме Сергея Васильевича, не собрал всех директоров, всех телеканалов местных. И мне кажется, это хорошая традиция. Я участник этой традиции первый раз, и мне вдвойне приятно. Государство становится более открытым, и журналистика открывает, в принципе, мир для себя, и мир открывается для журналистики. То есть, при этом, не хотел бы говорить, что это только для журналистики, потому что журналисты представляют представляют общество. И, по сути, мы говорим сегодня об открытии мира для общества. Поэтому оценивать их роль, безусловно, важно, и это радует.